И это легкий, ну это такой, да, растягивающий четвертый номер. Одно удовольствие. Ох ты, вылет! Есть, Петенек, наконец-то! Зарядил, он очень хотел что-то забить, он очень агрессивно туда уже раза 3-4 залез. Оставили, а это еще разочек наш герой. Петенек по лицевой, классно. От кого ушел? От Курбанова ушел. И Курбанов расстроен, говорит, ах, как же я мог этого молодого упустить. Ну, молодец, конечно, классный эпизод. И еще два очка, плюс один, заваливай. Одно удовольствие следить за нашими молодыми игроками, которые продолжают расти, продолжают прогрессировать, продолжают становиться лучше. Два подряд вот таких вот эпизодов, как они используют свои навыки на баскетбольной площадке. Хоменко, классный блокшот, Петенев двумя руками, отлично заблокировал, встретил оппонента под кольцом. Все-таки Хоменко чуть пониже, пытался использовать свои габариты. Но вот первое движение было классным. Он оппонента мягко от себя оттолкнул